Боевики группировки «Исламское государство» ИГИЛ контролируют более половины территории Сирии. Об этом заявили джихадисты после того, как правительственные силы отступили из Пальмиры. Бои на подступах к древнему городу-крепости продолжались 2 недели. И сегодня исламисты объявляют о своей победе и полном контроле над Пальмирой. Кадры захвата города размещены ими в социальных сетях. Пальмира расположена в 240 километрах от Дамаска. Также джихадисты утверждают, что захватили последний КПП на границе с Ираком, а также несколько нефтяных и газовых месторождений на востоке провинции Хомс. Сирийские военные контролируют шоссе, соединяющие Пальмиру с Хомсом и Дамаском. По данным командования, армия отступила из Пальмиры, чтобы не подвергать разрушению античные развалины. Археологический комплекс, признанный ЮНЕСКО памятником всемирного наследия. Что станет с Пальмирой, наблюдатели высказывают опасения, что древний город может постичь та же участь, что Немрут и музей Масула.